Русь всегда богата на таланты. Есть идея, что они атланты, что трудом поддерживают небо. Их везде в веках, помимо хлеба, творчество питало, вдохновение. Все лишения и сопротивления косности им не были преградой. Потому позднее люди рады их существованию на планете. Все ответы не во тьме, а в свете. Вот посыл, грядущее потомкам, в их произведениях, как в котомках. Достижения истинных творцов, всех людей суммарное лицо.